Международная летняя школа «Учитель года» проходит в Абхазии в первый раз. В проекте принимают участие приглашенные учителя, победители конкурса «Учитель года» из России, которые поделятся своим опытом с абхазскими коллегами. Летняя школа «Учитель года» – дискуссионная площадка и одновременно школа развития для учителей. Основная задача – знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. Школа работает по 5 направлениям: дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология, химия. В рамках мероприятия будут проходить лекции, мастер-классы, семинары. «Учитель года» – это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов, победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов разных лет. Приветствуя участников школы, министр просвещения и языковой политики Налгабле выразил надежду на то, что летняя школа, как и зимняя, станет площадкой для обмена мнений по ряду вопросов профессиональной деятельности. И я уверен, что вы и отдохнете здесь, и чему-то новому научитесь друг от друга. Это обмен знаниями, обмен опытом, обмен эмоциями, как в прошлом раз нам показала зимняя школа. Вот это платформа, да, площадка для того, чтобы мы зарядились на новые достижения, на новые свершения уже в рамках, в стенах нашей школы. От имени посольства Российской Федерации в Абхазии, а также Россотрудничества, участников школы приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. Сегодня важно способствовать созданию коммуникативной среды для образовательных инициатив и проектов. Примером этого является инициатива проведения Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия Международной летней школы «Учитель года», в ходе которой учителя Абхазии смогут познакомиться с лучшими методиками российских преподавателей, которые в рамках года являлись победителями и лауреатами всероссийских конкурсов «Учитель года». Проект «Учитель года» впервые был реализован в Абхазии в январе этого года, когда 40 российских педагогов провели с абхазскими коллегами более 100 мастер-классов, обменялись мнениями по ряду вопросов профессиональной деятельности. В первую очередь от всей нашей команды спикеров я хочу вас заверить, что через 4 дня каждый из вас идет с новыми идеями для работы в новом учебном году, а также с новыми конкретными инструментами. Вы знаете, на зимней школе мне довелось познакомиться с министром просвещения и языковой политики Иналом Соломоновичем. И я понял после общения с ним очень простую вещь. Всему правительству республики, как и мне, очень близок тезис: учитель – это архитектор будущего. И поэтому я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что нашей команде предоставили возможность прикоснуться к будущему республики. Для участников летней школы была подготовлена и концертная программа. Международная летняя школа «Учитель года» будет проходить до 18 августа. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение.